Новосибирске еще одно ЧП. Двое человек сгорели в кабине КамАЗа. Машина загорелась в Ярославле ранним утром во Фрунзенском районе. Наш корреспондент Эльдар Миндиахметов разбирался в причинах гибели людей. Жена не ездила у меня целый год из-за этих пьяниц, потому что пьяницы буквально попадались, одни пьяницы, пьяницы, пьяницы. Первым к грузовику прибежал его хозяин. Вытащив из горящей кабины двух мужчин, он пытался оказать им помощь, но было слишком поздно. Пожар произошел в районе дома номер 9 по улице Малая Техническая, город Ярославль. К месту пожара выдвинулись силы и средства пожарной части в количестве 5 человек и 1 единицы техники. По данным правоохранителей, водитель КамАЗа и его товарищ были сильно пьяны. Следователи теперь проводят проверку. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля и его знакомый, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в кабине, употребляли спиртные напитки. Для обогрева они использовали баллон с газовой горелкой, который внезапно воспламенился. От полученных ожогов мужчины скончались на месте происшествия. Как утверждает хозяин грузовика, до приезда пожарных никто из прохожих не откликнулся на его призыв о помощи. Эльдар Миндиахметов, Александр Рябков.